Губернатор Борис Дубровский вручил государственные награды жителям Челябинской области за высокие трудовые успехи, проявленные в различных профессиях. Своими трудовыми заслугами вы прославляете Челябинскую область, и, что очень важно, всегда, особенно в это непростое время, вы беспокоитесь о судьбе страны, сказал Борис Дубровский, собравшимся в резиденции главы региона металлургам и машиностроителям, военным и спортсменам, педагогам и врачам. Среди награжденных трое магнитогорцев. Звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации» удостоен проректор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Михаил Чукин. А старший преподаватель кафедры физического воспитания МГТУ Александр Мещеряков получил звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Кроме государственных наград, Борис Дубровский вручил и награды Челябинской области за высокие результаты в развитии и продвижении современных медицинских услуг в Магнитогорске и южных районах области, а также за развитие медицины труда на Магнитогорском металлургическом комбинате. Губернатор наградил знаком отличия за заслуги перед Челябинской областью доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации, главного врача Центральной медико-санитарной части Марину Викторовну Шеметову.